Во вторник, 26 января, в Рязани открылся новый офис РМПТС для приема граждан по адресу улица Костычева, дом 15А. Данный офис открыл свои двери для всех жителей города. Здесь можно получить ответы на вопросы, связанные с установкой, поверкой и введением в эксплуатацию счетчиков горячей воды, разъяснения по поводу начислений расчетов, а также взять необходимые справки для продажи квартир. В перспективе установка оборудования для электронной очереди и создание сервиса по приемке электронных обращений граждан. На сегодняшний день сложилось так, что наше предприятие является исполнителем коммунальной услуги отопления и горячего водоснабжения, ну, практически для всех жителей города. До сегодняшнего дня, ну, можно сказать так, что условий для приема граждан, для того, чтобы отвечать на их вопросы, для того, чтобы выдавать необходимые им справки, мы практически условий не имели. Тот прием, который мы осуществляли в стесненных условиях, это, мы считаем неуважение к жителям нашего города. Поэтому было принято решение создать нормальные условия и для наших работников, и в первую очередь для приема граждан по их вопросам, связанным вот как раз с теми коммунальными услугами, которые мы предоставляем. Ну, строили мы, строили, наконец построили. Ура! Ну, я должен сказать, что, в общем-то, денег это стоило совершенно небольших, но мы постарались сделать, чтобы все было удобно, красиво, приятно жителям. Милости просим всех жителей города в наше новое помещение. Мы готовы ответить на все вопросы, которые их беспокоят, волнуют, но связаны с нашими коммунальными услугами. На сегодняшний день это помещение оборудовано всеми средствами связи, всем программным обеспечением. Ну, в принципе, мы готовы работать по полной программе.